одна из старейших улиц Петербурга, вторая и третья линии Васильевского острова известна с 10-20-х годов 18 века. В то время на ней жил скульптор Бартоломео Карло Растрелли, его сын архитектор Франческо Бартоломео Растрелли и придворный живописец Луи Каравак. В самом конце 19 века на третьей линии будет построен доходный дом, фасад которого украсят изображение «Флёр де Лис» – французской королевской лилии. Почему же этот геральдический цветок, так хорошо известный нам по романам Гюго и Дюма, появился на фасаде петербургского дома? Но ведь автором проекта и владельцем здания был Леонтий Бенуа. Леонтий Николаевич Бенуа, архитектор высочайшего двора, после революции заслуженный деятель искусств РСФСР. Последователь историзма в архитектуре, использовал приемы французского классицизма 17-18 веков, романского зодчества, работал в византийском стиле и стиле модерн. Основные работы: придворная певческая капелла, церковь Лурдской Божьей Матери, дворец выставок, ныне корпус Бенуа Русского музея. Леонтий Николаевич принадлежал к известной семье Бенуа, давшей России и миру многих выдающихся деятелей культуры. Его дедом был французский крестьянин Луи Жюль Бенуа, который освоил ремесло повара-кондитера. Во время французской революции Луи Жюль с семьей бежал в Россию и был назначен метрдотелем Павла I. А после его смерти вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Отцом же Леонтия был Николай Леонтич Бенуа, архитектор высочайшего двора, выполнивший немало прекрасных работ для императорской фамилии, за что ему был высочайше пожалован диплом на дворянство и герб. Символика герба понятна. Колонна говорит о профессиональных занятиях владельца, а лилии в сочетании с лазурью гербового поля о его французской родословной. Ведь лилии, символ чистоты и процветания, еще в конце V века поместил на свое знамя основатель французского королевства Хлодвиг. В XII веке эти геральдические цветы стали государственной эмблемой и украсили синее французское знамя. Проектируя свой доходный дом, Леонтий Бенуа решил стилизовать его под французскую архитектуру 17 века. Фасад здания получился очень нарядным. Два граненых эркера, балкон в центре третьего этажа, многочисленные декоративные детали, гирлянды, орнаменты, картуши. На фасаде Бенуа поместил и семейный герб, а цветок геральдической лилии украсил керамическую плитку, которой выложен фон для картушей с гербовыми щитами. Квартира Леонтия Бенуа, в которой он жил вместе с семьей, находилась на 4-м этаже, а мастерская – во дворе. Дом был словно создан для творческой работы, поэтому в его квартирах селились многие известные художники – Константин Маковский, Сергей Судейкин, Владимир Фролов. Вот так дом Бенуа стал доказательством того, что элементы оформления фасада здания могут играть не только чисто декоративную роль. И яркий пример тому – украшающие его геральдические лилии.